О, техника выползает. 31 декабря 2019 год. Снежок идет, надо убирать. Вот машина техника привез нам Андрюша. Ой. Ну-ка давай. Владимир Александрович, заводи. Вчера снег был, я вручную все очистил, а сегодня... Вчера был снег тоже навален, я вручную очистил, а сегодня думаю, ладно, с помощью этой машинки сделаю. Ну давай, давай. Андрей должен был забрать вчера. Надо нам крыш скидывать скорее, вон там пока не проломило. Сегодня снегу-то сколько, ужас. Так ты еще оттуда пойдешь? Да, прямо так. Вот так. Ты на меня будешь кидать-то. Я тогда отойду подальше. О, как все завалило, ужас. А, мои воробушки сидят. Прилетели голубчики, сейчас я им поиздам. О, как далеко тут на домах горит. Сегодня будут пулять фейерверки. Люди копаются тут. У нас везде такие надписи, на дверях везде, чтобы открыто было. Под самые окна все это вот снег уже за куча сугробы. Никогда тут столько не было, даже не помню. Елка вся в снегу. Здесь, ну это вот выше роста моего, а у меня 1,72 м. Сколько. Тут я маленько сбросил. Это из паранита, чтобы поэтому не могла мышь подняться ни одна крыса. У нас вот железный штырь торчит внизу, тоже со снегом. Сетка, и за все время ни одна крыса не попала, когда сделали. Давай, давай, уходи скорее. Гони, гони. Лопат. Ты вчера лопатой работал, а сегодня... Сколько бензину сожжешь, сама стоит. Не стоит шкурка выделки. Ничего не получилось? Знаешь что, ты лучше не работай, а слово сломаешь, тогда не отдать ему. Давай лопатами лучше. Лучше не надо. Не дай бог сломается, тут тогда... Столько раз лопатой взмахнул бы. Поверни, вот так поверни больше, а то кверху идет. Володя! Надо туда, в ту сторону. На ветер кидает. Это же надо, такую страсть. Мельтешит. А тут снег, снега-то тут 3 сантиметра. Не 3, 5.
Ой-ой-ой. Все. К соседу через забор. Ой, за мной идет. Конечно, быстро. Пороху нагнали. Видите, это такой туман нагоняет. Тут лопатой делать нечего. Ну, скажут, критику наводят. Холодновато, рука мерзнет, голой рукой держу аппарат. Володя! Володя, иди на улицу, я поснимаю, на улицу. На улицу выйди. На столб прямо. Застрял там. Где его? А тут что у нас сверху-то? Дым идет. Топится. Вон он, видать, что там пылит идет. Ну, Володя. Это Андрюша придумал ему такое. Я рукавицу надел все же. Ну, это у нас тут рядом какая-то компания называется, ветеринарная. Володя забрел уже не на свою территорию. Поволок назад. Вот. Это он, я иду по дороге вот по этой вот, ну, машины где ходят, а он там возле дома топор, что-то игрушка игральная.
Постой, ты на меня-то давай. Ну давай. Ну туда иди еще разок. Все, давай. Алло, слышь? Алло, Володя, до конца пройди там, стариком, да. Что там старик живет? Я пойду за ним, посмотрю. Ага. Вот так. Володя выворачивается сейчас. Я не приближаю, но видно, что тут он. Вот он сейчас отсюда. Видно, что пылит. Гоняют там воду. Ну, сейчас сюда придет. Володя! Не надо, не надо. Туда, туда, вот это вот, вот край. Тут не надо, не надо, там машина пройдет. Володя! Володя, там не надо. Володя! Вернись назад. Там-то зачем чистить? Не надо. Вот это вот, иди сюда. Вот это вот, там не надо. Только куда вот это будем убирать? Да хоть куда вам туда посветить на дорогу. Дорогу-то не чисти. Не надо. Вот это вот пройди разок ему еще подальше до дома. Убери. Старик-то не может это. И потом край вот этот почисти ему. Вот это вот, раза два, сходи давай. Чистить.
Ну ладно, я пойду домой. Вот все, что надо. Застыл тут. Не холодно хотя. Пурга. Вон как воробушки мои. Мои хорошие воробушки сидят. Сейчас я ему дам поесть. Что на этом?